Да, еще никак не прокомментировать. Проиграли, неприятно очень перед болельщиками и перед тренерским штабом, там, ну, перед всеми вообще, кто там за нас болеет, каждую игру ходит. И не знаем уже, как нам, что сделать. Очень много вроде играем в атаке и опять не забиваем. Столько моментов. Второй период, что происходило с командой? Почему так произошло, 3 пропущенные шайбы? Ну, не знаю, где-то глупые ошибки. Там первый гол там отскочило, там вроде поймали на себя шайбу, там опять скакивают пустые ворота. Там второй тоже как-то нелепые такие голы. Третий опять, по-моему, в большинстве забили. Не знаю, хотя у самих там сколько еще больше должен быть забивать. Видно, что команда старается, есть желание, вот глаза горят. Как бороться с этим невезением, что делать? Не знаю, надо так же, наверное, продолжать. Может, что-то изменить, не знаю, даже. Будем искать какие-то варианты, стараться все лучше делать. Следующий соперник Слован. Как нужно сыграть с ними, чтобы результат на табло был другим? Ну, в принципе, по обороне, чтобы не пропускать начало голы и забить. В принципе, должен всегда забить объем своей головы.